Ребятки, всем доброе утро. А мы собрались в деревню. Идем на остановку, на автобус. В Илюсе. Так, а мы начинаем новый влог. И едем мы в деревню. Бери. Время у нас 7:30 утра. На дорогу не выходим. В смысле, ничего не взяла? Раскраску и фломастеры? Я взяла. Пойдемте скорее. Лужу только не ходи. Лужу и листочки взяла. Обходим лужу. Нам сейчас надо будет зайти в магазин, доехать до вокзала, купить билеты. И едем в Глобилюсе, в деревню. Так что увидимся сейчас на остановке или на вокзале. Оторвалась? Да, собачка пропала. Да, Амин уже читает у нас вовсю. Пришли мы на остановку. Да, ждем. Да, автобус. Вот ждем, стоим автобус. Должен подъехать. Логично ты рассуждаешь. А они могут делать просто фотографию. Другой не нашли фотографии этой собачки, и все. Еще такое может быть. Ну, все, ждем автобус. Да? Угу. Так, ну там телефон оставлен, можно по тому телефону будет позвонить. Угу. Сели в автобус. Захотели снять по отдельности. Да. Что там? Что там? Чего там? Там же салаты. Да. Все, едем. Любовь с морковь. Давай так носиками дендон. Это не больно, вот так. А какая это буква? Все, приехали мы на вокзал. Амина, сейчас купим билеты. Беги за Миной. За сестренкой беги. Да? Хорошо. Да. Устал. Ну давай заходи. Сейчас купим билетики и посидим на лавочке там. Да. Пойдем, да. Все, приехали. Осталось купить билеты и сесть в автобус. Да, пойдем. Да. Доехали спокойно в автобусе. Не плакали, слушались. Стоим в кассу, вот такая очередь. Малыш, он сидит. Поцелуй на бабу, говорит. Амин говорит бабу. Угу. Все, купили мы билет. А как ты так пойдешь, что он же куда там врежется же? Балуется. Да, иди, пусть он там где-то идет. Так, все, сейчас пойдем садиться на автобус. Нет. На улице. Угу. Нет, не пешком, а стоя. Билетов нет, только стоячие. Через 10 минут автобус будет. Да? Все, приехали мы в деревушку. Видео снимать. Ты ничего против? Знакомьтесь, моя подружка. Приехали, да, в деревню. Он автобус рейсовый. Теперь продвигаемся. Сейчас бабушку Люсю обрадуем. Да? Одежды много не брали. Всего пакет. И раскраску, да. Беги, догоняй сестренку. Все, приехали мы. Пришли, вернее. Уже сидят там на крылечке. Баба Люся тут что-то... Что ты говоришь? Кстати, очень спокойно ехали в автобусе. Только билетов вообще не было в автобусе. Ведь ехали стоя. Будем с мамой сейчас садить укроп. Свекло? Да. Вот тут делают лунки.
пакеты. Да. Но у нас сначала один, если хватит. Вот. Будем сажать свеклу. А потом цилиндра. Этот я. И боярыня. Какую первую-то посадить? Давай эту пока, где эту цилиндру. Цилиндру. Пока цилиндру садим. Так. Если место, если не хватит семян, вторую посадим боярыню. Так, давай. Нет. Да, все сыром. Клубнички-то еще нету? Нет, клубничек еще. Клубника. Он еще цветет, а еще ягод нет. Вот. Такие вот пироги. Такой вот участочек у мамы тут. Без нас все делает, делает, копошится все. Говорит, что нас не дождаться никогда в жизни. Пока мы приедем, тут все зарастет. Ладно, буду сажать. Клубника была вся выпала, вон уже трава на клубнике. А ты эту грядку убрала, клубники? Да, у нас там еще грядка была. Так, а там уже старость. А ты ее выкинула все, что ли? Выкинула. Я так взяла себе туда. Вот смотри, видишь? Поприбила. Так, ну сейчас порыхлим. Я цапочка под сюда, порыхлить землю и все. Что-то я оделась, мне по погоде холодно, что-то вот. У нас такие вот, вот такие вот облака и ветер холодный, больше ветер холодный. Ладно, буду сажать сейчас. Так, все посадила я и присыпала землей, сажала на 2 сантиметра друг от друга, сразу редко сажала, чтобы потом не разряжать эти семена. И одного пакетика не хватило, пришлось еще из-за второго немножко брать. Не хватило на 1,5 лунки. Вот. Так, еще иду вот с лопатой. Видите? Сказала скопать. Да я здесь пройду. Потом я все здесь прорыхлю. Здесь у него картошка уже посажена. Он уже вскапал. Вот так. Зашла. Вот это место. Вот короче, вот этот участок мне скопать, все поняла. Здесь раньше была яблоня. Привет. Здравствуйте. Мне там сажать надо срочно. А чего же? А? Картошки нет. Так смотри, народу сколько. Это народ бестолковый. Это там Ирке оставлено. Сейчас приступлю, буду копать. Это-то хоть... Так, вот уже... Сколько я вскопала. Кстати, вон там. Вот это надо колючку выкопать будет сейчас. Вот. И уже принесла ведро картошки. Надо будет сажать. А вскопать всего только немножко вот здесь вот. До сюда. Буду дальше копать. Да, говорить делать мне нечего. Вот именно что как раз есть чего. Копать да копать. А мама там картошку подсыпает. Немножко трясется. Рука устала. Во. Она там картошку подсыпает. А я тут немножечко осталось еще. Во. Получается где-то 50 сантиметров. А малыши гуляют на во дворе. С племянницей. Вон и они пришли. Где-то они велик уже взяли. Так, все, я это уже вскопала. Теперь сейчас пойду за граблями. Это все с баранью, разрыхлю землю. Она такая еще гробоватая. И надо будет посадить картошку. Так, сейчас здесь пройду. Он все смеется надо мной, вы представляете? Даня дала клубнику сейчас пополоть, а цветы вечером посадим. Вот, иду за граблями. Блин, свалились грабли-то. Вот, грабильки. Этим граблям лет, наверное, я не знаю сколько, 20 точно. Плохо вас поставить некуда. Вот так, короче, сейчас я буду разбивать эти комочки все, разобью. Проборонила немножечко так поверхностно, не сильно глубоко. Большие камни просто разбила. Сделала лунки. И сейчас туда буду картошечку бросать. В одну лунку одну картошину.
Так, сюда, сюда и сюда. Так, сюда, сюда лишнее. И сейчас также второй ряд. Это буду закапывать. Плохо вас не поставить. Ну, короче, и вот так далее. Рядками. Ну все, посадила картошку. Теперь будем ждать, когда она взойдет. Сейчас выдеру вон тот. Мало она глубоко. И вот это вон колючка. Ой, как она колется-то. Как она глубоко-то там засела. Мошки тут много, видите? Мошка какая, она так кусается больно. Это мошка. Так, ладно. Все. Посадили. Теперь пойду я клубнику пропалю. Ой, заносит, заносит мне. А это чеснок уже большой. А чё он желтеет, чеснок? Еще рано ведь желтеть-то ему. Чеснок желтеет. Холодно когда было? Перехватило, наверное, потому что он больно рано пожелтел. Чеснок-то. Это вот лук. Здесь капуста у меня растет. И цветочки между капустой. Ноготки, да? Ноготки? Цветы-то? А, бархатцы, бархатцы. Вот. А я все вот такая красная. Ой. Да. Все, приступим к клубнику сажать. Будем сейчас клубнику полоть. Тут немного, в принципе, порыхлить-то. Так, а цапочка где? Опять в ванне? Да, как... Вот цапочку такую мне вручили. Работаю без перчаток. Не могу в перчатках. Вот. И сейчас будем вот так каждый кустик мы рыхлить. Короче, суть все поняли. Рыхлим клубнику. Что-то мне то показываю. А из траву-то ведерко складывать, да? Сейчас возьму. После дождичка она хорошо рыхлится. Сегодня ночью был дождик у нас здесь сильный. Гроза была. Девочки, не на что вас поставить. Хотела на 3 дрова вас поставить. И никак. Ну ладно. Суть поняли. Пора полоть мне эту грядку. Вот. Да где там далеко взяла, меня не видно. Видно? По грядкам не ходи, по бороздкам только. Видно. Угу. Отличная камера. Да? Только... Чего только? Ноги видно. Что там делаешь? Нормально снимаешь? Да нормально я снимаю. А Амир где? Амир, он сейчас съел куда-то. Амир, ладно. Тут. Он опять куда-то пошла гулять. Так вот, что у меня, девочки, получается. Вот здесь уже все прорыхлило, траву выдрала. А вот здесь еще не прорыхлило с этой стороны. Вот, надо будет еще вот эти листья сухие оботрать все. Вот. И вот эту вот колючку. У него у этой колючки такой корень длинный. Вот, ковыряю вот этой цапочкой прямо под самый корень глубоко-глубоко и выдергиваю. Вот, еще немножко осталось. Все, буду дальше делать. Так, ну все, девочки, все пропололо. Все хорошо, нашла там свой недостаток, пропустила листья желтые.
Вот, все. Теперь сейчас схожу в ларек. Ну, здесь местный магазин. Надо будет купить консервы. Хотим сварить рыбный супчик быстренько. Вот. Малышей накормить. Пойду схожу, пока мама там копает чего-то опять. Ладно, пусть копает. Пойду я. Иду на магазин местный за консервами. Будет рыбный супчик у нас сегодня. Я все закручу, смотрю. Все, сходила в местный магазин. Прикупила печенюшки он к чаю. Тут уже с утра тоже купили печенье. Картошечку купила, блин. Мама сказала, не бери с ростками, а мне набрали с ростками. Вот. Семечек. Ну, вся такая, да. И консерву взяла. Горбушу. 90 рублей баночка. Вот. Сейчас быстренько наварим и суп рыбный. Что, сейчас начну? Малыши все где-то до сих пор гуляют. Так, что-то их не нашла нигде. Прошла. Ну, может, у сестры старшей в гостях. Вон в том доме, вот соседнем. Вон там сестра живет. Наверное, у нее. Потому что в селе нигде не нашла их. Амир пришел домой, смотрит мультик. Сейчас подкрадемся. Пришел с гулянки. Залез. Амир, а нормально для тебя не сидится? Он даже не слышит. Амир. Амина все где-то гуляет. Смотрит мультик. Он даже меня не слышит. Амир. А я там готовлю суп. Кушать-то хочешь, Амир? Тебе там хорошо сидится. Там племянница Лера стоит. Мультики, мультики смотришь, да? Смотри, сейчас кушать пойдем. Супчик готовится? Да. Да. Хочешь кушать? А потом гулять пойдем? Молодец. Да, да. Да, да, да. А Амина все где-то гуляет. Теперь Аминка пришла кушать. Накрошили тут. А мы даже, представляете, сидим на кухне и не заметили, что убежал у нас Амир. Девочки вот там маленькие привели его. Вообще проследили ребенка-то. Ну, они привели, убежали. Все, немножко порядок навели. Кусты тоже удобрили. Навоз вокруг кустов обложили. Да, цветы вечером посадим. А малыши тут играют. Делят велосипед. Что они там орут? Вылил пузырь. А зачем ему дали? Надо дружно быть. Сначала велик делили, теперь никому не нужен. Обиделись. Амир. Иди сюда, Амир. Иди, садись, тебя катать. Лера тебя катать будет, садись. Ты домой хочешь? Что ты хочешь там дома-то? Все, девочки, у нас небольшая передышка. Небольшая. Тут, да. Тюльпанчики, ну, какие красивые. Черные. И там он еще розовый. Сейчас покажу. А Амир тут своим великом никому не дает. Это же ручка. Да. Сейчас сделаю, подожди. Покажу, подожди. Да, давай. Такие вот красивые. С бахромой. Вот такие. Сейчас. Во. Вот такая красота. Так нравится, они такие красивые. Амир, там все. Ты что там мастеришь? А, мастер? Ты мастер? Покажи, как ты умеешь ехать. Умеешь рулить? Ну-ка, покажи-ка. Надо только на ровной дороге. Здесь, наверное, тебе неудобно. Давай. Пристегивай себя. Давай, 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 давай. Дай-ка, потому что ты тут вставил неправильно. Вот. Застегай.
Все, застегнуть? А. Давай я тебе помогу. Подержи, Амин, я застегну. Подержи. Амин, подержи, я застегну. А, тебе не подержать. Конфетку у бабушки. Баба, она у тебя конфетку стырила. Вот она теперь зачем домой. Я говорю, а зачем ты домой побежала? Она говорит, надо. Она у тебя конфетку стырила. Все, все, застегнул. Без 15.4. Играют там. У мамы тут еще ландыши посажены. Я все вижу. Да, сидим мы тут все на лавочке. Свалился там, да? А мир нам, смотрите, что он делал. Нарвал нам цветов, тюльпанов. Сейчас бабушка увидит, нам а-та-та устроит, да? Черные все, главное, все хорошие. Да. А мир, больше не подходи к ним, не смей. Слышишь? Блин, просидели, проследили. Пойдем хоть вазочку поставим, чтобы их не выкидывать. Жалко ведь. Отнеси их вазочку. Все, бабушка заругается. Ну все, ребятки, мы нагулялись, наигрались. Да, Мирчик? Время еще 10 минут 15 минут 8. А Мир у нас уже угулялся. Сказал, хочу спать. Да, Мир? Амир? Амир, спать хочешь? У нас он целый день на улице провел, да? Хорошо у бабушки в деревне? Не то, что в городе, да? Сидишь целыми днями в квартире. Все, сказала, хочу спать. Давай, спокойной ночи, да? Отдыхай. А Амина он поела. И спать? А куда пойдешь? Один Амир уже такой, ты видала, как Амир угулял в своей какой степени? Уже лег спать. А ты гулять пойдешь? А куда пойдешь гулять? Около Виталики дома. Да? Молча лег. Да, он молча лег. Ну ладно, только недолго. Никуда на дорогу не выходить. Все. И может, свет... и траву грести. А или траву может грести? Можно. Он уже там опять сбежал. Положили спать. Еще бежал от меня. Взял, сбежал. Звонила Женька. Мы даже не заметили, что он сбежал. Женька звонит и говорит. У вас, говорит, Амир-то где? 3, 5, 6, 7, 8. Валим, валим, мы капот. Молодец. Браво, браво. Пока.